Добрый вечер, начинаем пресс-конференцию, предваряющую ответный матч третьего квалификационного раунда Лиги Европы между Краснодаром и клубом из Венгрии «Дождьё». Томислав Сивич, это главный тренер футбольного клуба «Дождьё», присутствует на нашей пресс-конференции. И для начала по традиции мы попросим Томислава поделиться ожиданиями предстоящего матча. Szerintem első meccsen eldöntött a továbbjutás. És azt gondolom, hogy holnap nekünk kell játszani egy jó mérkőzés, hogy meglássunk, hogy tudunk javítani, egy picit szépíteni, de a Krasznodár esélyes, és azt tudomásra vettünk. Хотел бы сказать, что первую встречу они провели не так, как они ожидали. Он надеется, что на завтрашнем дне они постараются приложить максимум усилий для того, чтобы выглядеть намного лучше. Спасибо. Пожалуйста, задаем вопросы, представляемся. У кого вопросы есть? Поднимайте руку, я вам поднимайте руку, да, Евгений, Константин Пирогов, 9 канал. У меня вопрос вот такой. Насколько сложно мотивировать своих игроков на завтрашний матч, все-таки счет первого матча 1-5? Akkor a harmadik gól a gyerek eltalált a ficokba. Akár mekkora jobb csapat első fél, de nem éreztem annyira, hogy kell annyira félni tőlük. Különbség van, ahogy pénzben, ugyanúgy a pályán is. Minkével nem fogunk foglalkozni, mink játszunk holnap egy jó meccset, hogy nekünk a saját bajnokságra legyen jó ez a lehetőség, hogy tudunk játszani ilyen jó csapat ellen. Говорит, что дело в том, что были объективные и субъективные причины в первом матче. За три последние минуты они получили два гола, пропустили. Поэтому, говорит, приложат ребят, мы не будем обращать внимание на то, как мы сыграли в первой встрече. Это вроде бы как аннулируется, и будем завтра приложить максимум усилий, чтобы отыграть хорошую встречу. Пожалуйста, еще вопросы? Есть вопросы? Тогда я задам вопрос, если можно. Какие-то кадровые проблемы есть у команды травмированные перед этим матчем? Не мишеч. Вон шок проблема. Можем это минк вошаро пьяцем тук еч ночь ночь меч у Ипештелен. Охол не джиатекош мекшерült. Кет пирош лап. Ориаши проблема конок, де ez az élet, meg kell oldani. Говорит, дело в том, что есть у них очень большие проблемы в команде. Они в воскресенье сыграли очень серьезную встречу, где получили травмы 4 игрока и еще получили 2 игрока красные карточки. Но несмотря на то, что говорит, есть такие большие проблемы в команде, мы завтра отыграем с полной отдачей. В России футбольный клуб «Краснодар» славится своей академией, в Венгрии такая же ситуация, где ваш дверь. Можно несколько слов о вашей школе? Извините, что не по игре. Хотя инкаб церв фоци и школа ротуда бесены. Азимерт Магяросага Магяк Хейтев. Эшер эст... Нам советуем бесены, хоть и школа мием. Meg a két különbség az, mert nem ismerem az orosz iskolát, foci iskolát, de látom az orosz válogatott az utolsó évben nem szárnyolt annyira. Szóval itt is látom, hogy külföldi játékos nélkül akkor egy nem valami csoda lenne. Szóval jelen pillanatban az a különbség, hogy a Krasznodárnak van kiváló külföldi játékosok. Nálunk pedig többsége a magyar játékos, szóval jelen pillanatban ez a különbség. Говорит, я бы не хотел много говорить о венгерском футболе, потому что я являюсь югославом, да, сербом. И, говорит, я бы больше мог сказать о своем сербском футболе, но хотел бы заметить следующее, что, говорит, насколько мне известно, в российском футболе очень много иностранцев. Говорит, я не смотрю, что они настолько сильно поднимают рейтинг российского футбола. Все-таки, говорит, можно бы было несколько и лучше играть, но, говорит, я думаю, что разница состоит в школе в том, что у венгрии больше играют своими
национальными игроками, нежели чужестранцами. Поэтому, говорит, судить о русской школе и большая разница между русским и венгерским футболом не хотелось бы. Спасибо. Еще вопросы? Ну что, если нет вопросов, я предлагаю, у тебя еще есть вопрос, пожалуйста. Пожалуйста, Евгений. Евгений Шутов, портал «Одинждочку». Скажите, пожалуйста, вы смотрели вчера матч, Борисов проходил? Если смотрели, как можете прокомментировать, и сезон для венгерского футбола, евросезон, но я так понимаю, практически закончился, это можете прокомментировать, удачно он сложился, неудачно? Hát szerencsétlen volt a Debrecen, neki kell tovább jutni, kellett volna tovább jutni, tényleg szerencsétlen volt, és megérdemelte a tovább jutást, de foci ilyen, hogy utolsó percig kell játszani, az tényleg egy szerencsétlen dolog volt. Говорит, Дебрецен очень не повезло, говорит, ну, бывают такие неудачи, говорит, я очень хотел бы, чтобы он продолжил игру, но, говорит, не повезло, поэтому кто-то должен сильнейший идти дальше. Евгений, я тебе добавлю, что совсем не закончен еще для английской команды Евросезон. Дебрецен будет играть бой в раунде Лиги Европы, как проиграв в третьем раунде Лиги Чемпионов. Ну и это... Пожалуйста, еще. Ну а вот в целом сезон для Еврокубка, для Венгрии сложился удачно или неудачно? Hát magyar csapatok most Európában ebben az évben jobban voltak, mint tavaly sokkal, azért mert tavaly mindenki kiesett első fordulóba. Most mink eljutottunk harmadik fordulóig, Ferencváros második fordulóba kiesett, Debrecen majdnem Európa Ligába került. Szóval látszik, hogy egy pici fejlődés a magyar futballban, de még attól kell sokkal több. És gondolom, hogy ez az infrastruktúra, ami történik a Magyarországon, fog segíteni, hogy minőségbe is előre tud lépni a Magyarország a fociba, és követni a többieket, ahogy tudunk ragaszkodni az Európába, és jelenteni sokkal több, mint jelen pillanatban. Говорит, дело в том, что в этот год сложился намного лучше, чем прошлый год. В этом году удалось, значит, пройти и второй, и третий тур. Значит, ФТЦ у них выпал на втором круге, а Дебрецен, значит, прошел и третий круг. И говорит, мы приложим максимум усилий для того, чтобы цепляться за уровень игры европейских команд и продвигаться ближе, занимать более высокие места. Нет вопросов. Гости только прилетели, нужно отдохнуть перед завтрашним матчем, еще и тренировку провести. Поэтому поблагодарим. Спасибо.